Сдавайся! Клуб Палминтьери ведет. Смогут ли они удержаться, Мак? Вряд ли у них достаточно игроков, Бренда. Короли самбы скачут, словно мухи. А у Лиги Непобедимых есть мухобойка. Бу! Гола не было. Это была... соль. Дональдо идет в атаку. Какой талантливый капитан. Похоже, он только разогревается. Я сделаю все сам. Опять Лига Непобедимых играет нечестно и ничего. Не волнуйся, Шейкс, друг. Суперлига серьезно относится к опасной игре. Их должны дисквалифицировать. Скорее бы это произошло, а то никого не останется. Лига будет использовать каждый шанс. Поэтому ваши рефлексы должны быть молниеносными. В игре с такой сильной командой, как Непобедимые, важны ловкость и равновесие. Да, Блок. Сила тоже важна. Тренер, а это здесь зачем? Аучи! Будь готов ко всему. Добро пожаловать на величайший матч Суперлиги. Лига Непобедимых против Суперстрайкеров. У парней Винса репутация самых грязных игроков Лиги. Но в последнее время вокруг Суперстрайкеров много слухов. Что он здесь делает? Знаю, вы что-то задумали, Скара. Ха, дождись нашего удара, Шейкс. Ты не узнаешь, откуда он придет. Игра началась, и Суперстрайкеры начинают атаковать. Может, у Страйкеров и новый плохой имидж, но их футбол по-прежнему хорош. И руководство Суперлиги будет радо, если матч будет честным. Что происходит? Где твоя великая иллюзия? Для волшебства нужно время, Винс. Сначала показываем зрителям, что нам нечего скрывать. Ага. Но на самом деле мы отвлекаем их внимание от всего происходящего. Мой кошелек! Теперь смотрите. Слишком медленно, мучачо. Что? О, Эль Матадор плюхнулся, как мешок картошки. Но Динган его не трогал. Судья, там была борьба. Брось, Эль Матадор. Он тебя и пальцем не тронул. Надо же. Клянусь, был фол. Вот и хороший голевой момент, Бренда. Пенальти. Подкат был грязнее, чем мои усы после спагетти. Не знаю, бро. Со стороны похоже на фол. Скарра будет бить. И он с легкостью забивает. И Лига это заслужила. Сегодня они лучше во всем. Кроме фолов и подкатов. А? Пора это прекратить. Наконец-то. Что? Шейкс получает желтую карточку за фол. И первый тайм окончен. Скорее первый раунд, Бренда. Страйкерам лучше снять боксерские перчатки и надеть футбольные бутсы. Думаю, что пора показать Лиге Непобедимых, что не только они владеют ловкостью ног. Футбол полон иллюзий. Например, удар пяткой. Есть много способов сбить с толку. Так покажите им настоящее волшебство суперстрайкеров. Раз, два, три. Суперстрайкеры! Мы переходим ко второму тайму. Будем надеяться, что мы увидим честный футбол суперстрайкеров. Я вижу. Дентин Краста в поисках Кулджо. Ха-ха, хоть ты и можешь незаметно фалить, а я могу пасовать, даже не пиная мяч. О,
Гениальная импровизация от Торнадо! Вот это да! И какой гол! Не волнуйтесь, даже у лучших артистов бывают промахи. Гол придал страйкерам уверенность для контроля над игрой. Похоже, в перерыве у тренера нашлись нужные слова, потому что парни в красном снова засияли. Хватит иллюзий. Пришло время для настоящих фолов. Парни, остановите его! А вы сначала поймайте. Вспомни тренировку, Шейкс. А вот и Скарра! О, ужасные нарушения от Скарры! Лига непобедимых еще хуже суперстрайкеров! Видимо, они оставили фокусы и решили вернуться к своим грязным трюкам. Как насчет собственного фокуса? Страйкеры готовятся к свободному удару, а Лига не верит своим глазам. Почти вся команда выстроилась в линию. Эй, где мяч? Абракадабра. Нужно увидеть дважды, чтобы поверить в это. Посмотрим повтор.